В Могилевском центре творчества «Эверест» в третий раз прошел открытый городской конкурс «Молодая семья Беларуси». Он состоит из двух этапов. В первом могилевские семьи готовили визитки и отправляли организаторам челленджа. А те выбирали для участия во втором этапе 5 семей финалистов. Вообще было интересно, а предложение у меня муж, он студент и аспирант в Белорусско-Российском университете. Вот. Ну и вот и предложили ему поучаствовать. Еще работы мои привезли в технике вытянанка. Эти работы стали сценическим антуражем конкурса. Атмосфера в зале царила по-семейному добрая. Родина для нас начинается с родителей, с нашей семьи. С нашей семьи. То есть это очень серьезно. Жизнь только майский день. Все танцуют и поют. В этом деле Артем спец. Весь наш папа молодец. Победила в конкурсе семья Сазоненковых. Елисей еще дошкольник. Арсений – первоклассник 26-й школы Могилева. А родители Юлиана и Алексей работают в сельском хозяйстве ветеринарными врачами. Мы такая семья креативная, мы любим участвовать во всех и спортивных мероприятиях, и во всех творческих. И в школе нам предложили, вот наш первоклашка, предложили поучаствовать, пройти вот такой вот интересный творческий номер подготовить, записать на видео, ну и пройти первый этап. Ждали, что мы пройдем во второй этап, потому что очень все старались, вся семья участвовала. Мы хотим, чтобы эти семьи социализировались в обществе, чтобы молодежь видела, что и престиж семьи все-таки есть, что не надо бояться, не надо стесняться заводить семью и повышать генофонд нашей страны. И что семьи должны быть активными, веселыми, жизнерадостными и быть у всех на виду. Подобные конкурсы по-настоящему формируют у молодежи семейные ценности. Это отличный совместный отдых и развитие творческих способностей у подрастающего поколения.